Меня! Неторопливо, отвлекаясь на всякую чушь, мы все-таки добрались до последней партии Strike Force 04. Здесь у нас тираниды против Space Marine. В своем роде тоже тематическое сражение. Space Marine против тиранид. Здесь мы видели уже байки Клапки с Тигурием, Чаптер Мастер и еще байки. У кого-то там гравики, у кого-то мельки. Скауты там. Значит, здесь тиран, летающий, хайв крона и куча генычей в резервах, пацанчик и еще геныч, малок. Короче, прогноз на партию. Тираниды прилетают на второй ход, и все стоят долго, рубятся. Тираниды перехватили ход, полетели. Значит, этот туда одного убил, отсюда разобрал всех, кроме Либра, собственно. Пожгли чуть-чуть, ничего, сюда постреляли, нет. Генчи бегут. Не везет этим байкам, все время их на первый ход разбирают. То шагалки себе инфильтру придумают, то тираниды ход перехватят. Спейс-марины вот этими посадили тирана, который лорд, дожали этими пацанами. Вот, чаптер-мастер отсоединился там, дерется с этими, троих убил. Геностилеров, а Либр вместо него залез. Бедного тирана гоп-стопнули. Иди сюда, на. Отведай силу гравитации. Тираниды, резервы не вышли. За что? Зато ушли другие. Значит, здесь чардж в мотоциклы. Одного потеряли, не дошли. Вторые дошли и вырезали всех. Там убил чаптер-мастер одного, а последний отступил. Все сюда с хайв-кронами ХТХ. Очень интересно смотрится. Вот, убили одного колобка, в ответ инстанули фарсой бедную крону. Как и предполагалось. Дошли, правда, не все, а кто выживет, вообще непонятно. Но здесь, правда, есть один тонкий момент. У Либра есть Power Field генератор, который раздает всем четвертый инвуль в 3 дюймах. И, как я понял, игрок за Space Marine забыл или не захотел предупредить игрока за тиранид, что у него есть 4-й иммун. И крона могла, возможно, выжить. Но... Space Marine, приехал Chapter Master, в челлендж вызвал, 3 вунды нанес, сам получил 1. Тигури инстанул еще 1 хайв крону. Тираниды вышли здесь, генокрады. Эти почарджили, занесли 3 инвуля, все откинуто 4-м. В ответ убили парочку. В общем, ХТХ у тиранид не задался. Не знаю, в какой именно момент Space Marine сказал тираниду о 4-м инвуле, но, как рассказывал мне игрок за тиранид, это было уже после того, как он понес существенные потери. Суперкороткий ход Space Marine'ов. Убили парочку генокрадов и, собственно, консолидировались. Тираниды. Выходил парень, 2 раза 2 блина, значит, убил такого одного, этому навалял немного, вот, но обратно затолкнули его. Кстати, что выкинули на скайпе? Четвертый. Откладывается. Вот, пришли эти, пихали ему 2, да, и этому 1. Люди здесь бегают. Space Marine вышел резервы в качестве скаутов, и здесь они кого-то постреляли, убили, и в ХТХ тоже отбились, освободились полностью. Малок опять попытался выйти вот здесь, вот убил Центуриона, остальные откидали. По мисхапу кинул третий результат, вот здесь появился. Хотел здесь, вышел там, вот так вот получается в жизни, не всегда фартит. Эти идут, бегут сюда, поближе к этим. И последний ход Space Marine'ов, расстрелялись, 2 остались, но никто не держит ничего. Ну, после потери тиранидами 4 ФМК было все примерно ясно. Но, тем не менее, финальный счет 10-10, никто ничего не выиграл. Тут, конечно, сыграла роль и 4-й инвуль, и то, что никто не пытался утащить релик. Тираниды могли это сделать под шумок, пока там идет Рубилова, могли одним отрядом схватить и попытаться куда-нибудь утащить. Но они почему-то всех бросали на этот неубиваемый Боинг, все умерли, никто не держит. Space Marine тоже только отмахивались, трупса в резервах, могли попытаться как-то взять все-таки на полное уничтожение, здесь сыграть было сложно, хотя ходы, конечно, закончились раньше времени. В общем, странная партия, тут
сложно сказать, насколько сработала вот эта вот фишка с четвертым инвулем. И на этом закончился наш четвертый Strike Force, 1250 очков. Следующий Strike Force у нас веселый. Будем играть Kill Team Carnage. Посмотрели у Черной Гвардии, тоже хотим провести. Ну а потом снова на 750 очков. Перезапуск, типа, давайте, новички, идите снова играйте. Ну как, идите снова играйте, там уже все места забиты. Анонс был, сколько там уже, под 40, возможно, 50 человек. Кошмар, набиваются все за час. Все места распроданы.